Добрейший вечерочек, дорогой друг, с тобой я, Маша Кент, и сегодня я продолжаю свое индустриальное желание в игре Майнкрафт. Перед началом ролика хочу попросить поставить вас огромный палец вверх и подписаться на мой канал. А мы продолжаем. В прошлой серии мы закончили на том, что начали делать... Начали делать дом, начало дома. И в этой серии я полностью закончу строить дом. Я думаю, вам не сильно, как бы не очень громко слышно Майнкрафт. И еще одно, я немножко захворел, у меня горло еще болит. И еще я заговариваю. Возьмем доски. Здесь будет и это индустриальное выживание с модулем. Здесь тоже есть много различных модов индустриальных модов. И еще вам простите, пожалуйста, вам могут очень громко слышно, как я клацаю мышкой. Ничего с этим не поделаю. А тем временем... Нет, я, возможно, залезу наверх и сверху буду строить. Так намного лучше. Еще очень помогает. Супер. Еще юмор. У меня там полсердечка было. У меня аж не стоит... Это убрать. Game.ru Commands Inventory Mod. Это для того, чтобы, как я умирал, вещи не потерялись. Keep Inventory Mods True. Вот, теперь, я думаю, нормально все будет. Но я потерял немного опыта. Это сюда, потом это сюда и полблоки. Не, немного громче сделаю все-таки. 5. Да, достаточно. А у меня еще нет микрофона и того голос такой. Очень плохо слышно. Еще и лагают. Как подлагал. Ужас. Ну и вот так зажимаю shift и идем, нажимая правую кнопку мыши. Так, и у меня скоро закончится. Слава богу, что у меня и стак есть. Так, сейчас сделаем 2 стака. Нормально. Думаю, 50 этих и почти 2 стака. Так, я верстак убрать. И еще мне нужны будут ступеньки для крыши. И простите, пожалуйста, что очень много времени не было видео. Последнее видео где-то выходило. Где-то полмесяца назад. Простите, пожалуйста, я буду стараться выпускать видео как можно больше и как можно чаще. А тем временем мы вот так идем. О, как раз у меня кровать есть. Так, спим. Сохраняемся. Я сделаю, возможно, здесь ступеньки. Вот так. Вот так. Чтобы потом вот так строить и идти. Так, и вот так понемножку
и построим дом. Кто знает мод Industrial Craft 2, напишите в чате, бо... в чате говорю, в комментариях, не в чате. Бо и я буду выживать, особенно с этим модом. И, дополнительными, дополнения до этого мода. Industrial Craft 2 Experimental. Потому и выживая, серия выживания, она называется так, индустриальное выживание. Еще хотел попросить вас поставить огромный палец вверх и подписаться на мой канал. Лагает жутко. Играть почти что невозможно. И вот так потихоньку достроим. Лагает. Достроим дом. Так, вот так потихоньку. И еще думаю потом сходить в шахту, если получится. Если это видео не будет перевешивать, как там. Короче, если это видео не будет больше 20 минут. А сейчас осталось последний блок. Ого. Так, теперь верстак. И еще 47 минус 126. Мне его быстро хватит. А еще сделаю лестницу на крышу. А там в будущем, поставлю солнечные панели. Так, вот так потихоньку. И у меня сейчас стоит уровень сложности нормальный. И напишите, пожалуйста, еще в комментариях, что сделать, чтобы не так лагала игра, когда записываю бандиков. Так, сейчас строим мой дом. Крышу дома. Так, это, по идее, окон будет где-то 5-6 штук. Окно 3 на 3. 3 на 2, может быть. И остается еще 39 полблоков. 32. Так, и еще так много осталось. Так. И 20 15 10. И еще верстак нужно будет забрать. Сейчас 15 FPS максимально. Так. 6. И еще последний блок. Есть. Так, теперь верстак сюда, топор, пойду убить 5 деревьев. Возможно, нарублю деревья за кадром, для вас 1 секунда, для меня остальное время.
Вот у меня сломался топор, нарубил 139 деревьев, и я нашел лесной улей. Это из мода Forestry. Как раз сломался топор. И сейчас бегу домой. Овца. А потом выровняю еще. Видите, земля неровная. Стоит. Потом выровняю. Идем не туда. Так. Лагает. Я еще настроил уже минимальные настройки графики. И все равно лагает. Играть очень сложно становится. Так, идти сюда и делаю еще раз, еще немножко делаю полуоки. Сделаю, думаю, достаточно, чтобы потом сделать лестницы. А лестница — это как бы крыша. Еще. А, так у меня еще было. А я пошел рубить. Но все равно никогда не помешает лишний. Так, мне сейчас, думаю, достаточно. Так. И вот так потихоньку. Почему я кирку сломаю? Неизвестно. В смысле, как сказать правильно? Правильно, рубаю, не знаю. Так, осталось 44, 43, 42, 41, 40 по боку. Так, вот здесь я, думаю, уберу, а потом отдельно сделаю лестницу. И пойдем на гору. Подъем. Простите, я заговариваюсь. Так, еще 20. Стоп. Да. Стак 60. Вы можете видеть справа в углу и на карте. Я уже немножко. Нет, не получится. Думал увеличить. Так. Если бы не так бы лагало, видео было, наверное, быстрее и дольше. Смысле длиннее, а уже и темнее, да? Да, угадал, темнеет. Слава богу, что у меня факела стоят в доме. Мобы вражеские, чьи как там, не буду исполниться. И осталось 4, 2, 1. Так, есть, и 1, все. Так, теперь это сломать. Два блока. Три. Так, у меня еще остается немножко полублоков. Это будет для декора. А сейчас ступеньки. Так, верстак. 41. Ну, немного. Будет. Сделаю прямо сейчас лестницу, чтобы потом нормально подниматься. Там два стака и 5. Это как там делается? Ну так, по-моему. А еще нужно будет лестница, чтобы в шахту ходить. У меня лестница, по идее, для дверей. Вот так. Ну, по идее, здесь не будут двери.
И тому я сделаю просто. Вот там, по идее. Стоп. Хотя хай тут будут уже двери. Так, и вот так. Понемножку, понемножку. А еще ж мне саплинги. 14 саплингов. Саженцев. Так. Нет, лучше все-таки пойду посплю, потому что сейчас на крыше заспавнятся мобы. Тогда ужасно будет. Так. Вот так, просто так. Так, и вот так раскидать. Вот уже мобы. А почему меня не отображается на мини-карте? Точки, точки смерти. По мини-карте. Нет, это не то. О, да, опция радар. А, понятно. Радар сущности. Вот, теперь видите, отображается. Так. И осталось так 12. О, рубль. Так. Плохо, когда нету топора. Но сейчас сделаю. Всего лишь каменные. Но скоро будет железная алмазная. Так. Очень слышно громко. Очень сильно громко. Слышно, как я клацаю мышкой, но это я ничего не сделаю с этим. Ничего не сделаю. Так, и вот так потихоньку. А там еще улей. Есть. Ну, справа там. Так, первая конточка есть. Так. Так, где тут центр? Центр больше всего будет здесь. Значит, здесь и двери, по идее. Сейчас, подождите. Это будет как бы навес. Так, зомби. Спуститься двери. И все. Так. Нет, не палки. Вот это. И еще немножко. И еще два. Так. Да, достаточно. Так, потом еще по как бы ступеньки. И древесина. А еще топор. Можно. Сделай пока что один топор, то может быть два. Этот зомби у меня достал, грубо сказано. Ну так, вот так. Так, и теперь, да, где-то, да, вот так. Так, топор вот сюда, это сюда, да, вот так, нормально. Простите. Так, вот так. Ой, не так. Не так, не так. Так, вот так. И центр где-то вот здесь. И вот здесь будут двери стоять. Когда я очень много как бы разговариваю, у меня горло начинает болеть. Может, у вас так само, не знаю. Так, еще вот это скопать. Дверь обратно. Так, да. И теперь вот здесь.
и вот здесь. Нет. С другой стороны. Вот здесь эту проломить. Так, это ж центр. Да, это центр. Вот это еще можно убрать. Нет, все-таки хай будет. Так, и да, вот так, нормально. Теперь вот это убрать. В смысле, поставить. Так, это, кто не знает, будет навес. Как бы. Например, дождь идет, я ставлю вот так, типа, навес. Но он, конечно, будет закрытый. Так, вот так. И вот. Вот это убрать. Вот так, вот так, вот так. Вот так и... Да, вот так получилось. Вот так, вот так, так. И тут как бы момент, можно сказать, не самый главный. Гору, мою гору. Так, вот так. 10 блоков. Как раз. А, это утро. Нет, но это можно убрать. Как бы место будет. Да. Так. И теперь. Вот так. Так. Теперь как-то... Не знаю, может, как бы вот так как-то. Нет. Вот так. Может быть, нужно было придумать еще до того, как я записывал. Допустим, вот так будет стоять. Допустим, это не точно. Так, потом это убрать. И вот так еще для красоты. Так, вот это убрать. А как это? А, вот это еще убрать. Да, вот так получилось. Так, теперь можно, думаю, вот так. Как-то... Вот так. Нет, не так. Упало. Упал. Так. Еще придумать бы. Так, и вот здесь. Нет, не получится. Если его как-то вот так. Нет. А если и не так? А если просто вот так? Потом вот так. Потом вот так. А хотя хай просто так как бы будет. Так он еще не мешает. Вот так. Потом вот так. А это как бы и... О, как раз не мешает. Да, хай будет.
41. У меня скин полетел. Плохо. Не так. F5. Вот. Не так, теперь продолжаем. Не так, опять. Покат. Майнкрафт. Нет, все-таки вот так. Буду продолжать идти. Так, стойте, а где здесь центр? Где-то вот здесь. Вот это. Так, там еще по блоку. И еще. Так, вот так. Да, вот так. Это же центр. Так, вот так. И да, это центр. Как раз. Вы не поняли, что я делаю? Я делаю как бы. Это все лаг. Я делаю как бы. Как бы сказать, это навес был. Потом. А, еще. Для красоты. А никак не получится. Жалко. Нет, получится. Почему? О! Ах я. Вот так, вот так и вот так. А потом землю уберу. Землю уберу. Вот так. Да. Вот так. Так, вот так. Так, потом уберу. Но это вот. Когда смотрю гору. А, может попробовать облака убрать. Настройки графики. Экранные облака выключить. Шестнадцать. Как-то не очень. 32. Ой-то нет. Я чуть не упал. Да не так. Сейчас уберу. Так. Еще 2. 8. Так. Теперь вот так. Вот так. Я не знаю. Даже не знаю. Походу здесь должно быть. Нет. Так. Да, точно. Вот так. Так, теперь вот здесь убрать. И думаю поставить обычный. Да. Вот это оно. Вот так убрать, это убрать. Так. И здесь вот так. Вот так. Вот. Я думаю сейчас пора закончить.
У меня скин вылетел, простите. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.